Я в интернете как-то набрел на статью о том, как надо правильно принимать подарки. Статья предназначалась женщинам, а, ну потому что мужчины, говорилось в этой статье, подарки делать не умеют. А на 8 марта а, там говорилось: будьте готовы к тому, что он подарит вам розовые тени, пластмассовые кашпо или освежитель воздуха морально вы должны быть готовы ко всему. И для этого нужно в нужный момент раскрыть от удивления глаза, расплыться в улыбке на 32 зуба и на выдохе молвить, как ты догадался. Но помните о чувстве меры. Слишком бурную радость он истолкует по-своему и через год подарит вам точно такое же кашпо. Я подумал, о том, что мы разучились, наверное, дарить подарки. А если мы не способны подарить что-то такое, от чего действительно радостно, что действительно полезно. Если человеку нужно каждый раз притворяться, что он рад, но ну, это определенный показатель. Бог же дарит подарки нам не только щедрые, но и действительно необходимые для нас. Заметьте, вот как апостол Павел в послании к Ефесянам, вот особенно в первой главе, у него э, такое нагромождение вот этих вот даров Божьих, вот этого благодеяния Божьего. Он лепит э, вот эти вести о Божьих подарках, ну, как в стиле барокко, очень избыточно, такими вот гроздями все это у него в тексте свисает. И, конечно, он не может обойти вниманием такой важный момент, как. Жертва Иисуса Христа на кресте. Дело в том, что с точки зрения Павла, Бог дарит не только вот какие-то красивые подарки, но прежде всего такие подарки, которые необходимы жизненно для нас. Бог щедро облагодетельствовал свою церковь. Давайте мы будем продолжать читать послание к Ефесянам. Первая глава с 7 по 10 стихи текст у вас на экране, но вы все равно в Библии-то его откройте. В котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Заметьте, здесь все, что сказано о нас, вот в этом тексте, какие слова относятся к нам? Буквально два слова. Мы имеем. А все остальное сделал Христос. То есть тут только одно наше действие. Мы имеем, то есть мы приняли эти подарки. И нам не нужно притворяться и говорить, Бог, как ты догадался? Это действительно нужно нам. Все остальное совершил Христос. Он даритель. В чем выразилось это благодеяние Божие? Бог выразил свое благодеяние в четырех действиях Иисуса Христа. Давайте эти четыре действия с вами рассмотрим. Во-первых, Христос освободил нас от греха. Это первое действие от Христа, в котором Бог выразил небывалые благодеяния для церкви. Он освободил нас от греха. Как это произошло? Мы читаем в седьмом стихе «Христос искупил нас своей кровью». Мы, им, мы имеем искупление кровью Его. Слово, которое переведено здесь как «искупление», это греческое «лютроу». Оно означает «освободить из плена». Оно имеет более сильное значение, чем глагол ⁇ агарадзе, который просто означает «купить, Здесь, э, ⁇ купить ⁇,⁇ выкупить ⁇ Здесь есть идея освобождения не для того, чтобы, ну вот, купить себе раба, а освободить именно раба. То есть, купить его для того, чтобы отпустить на свободу. Для Римской империи это было очень актуально. В Римской империи имелось 6 миллионов рабов. Купля-продажа людей была распространенным явлением, и если кто-то хотел освободить своего родного человека или близкого человека из рабства, вот он совершал именно вот это лютрово искупление. Он покупал его как бы для себя, а затем давал вольную, отпускал на свободу. И здесь. Апостол Павел, конечно же, говорит нам, что Христос совершил вот такую искупительную жертву. Он был распят на кресте не просто для того, чтобы э, мы сделались Его рабами, как бы подневольно, Он искупил нас для того, чтобы отпустить нас на свободу. А мы уже, конечно, делаем свой выбор, будем ли мы принадлежать Ему или нет. Очень много есть иллюстраций, которые пытаются э, показать, что, собственно, совершил Христос на кресте. И есть притча про то, как в неком государстве был, э, были очень строгие законы, и был очень справедливый и честный правитель. И вот по закону за одно преступление было наказание, публичная порка кнутом. И вот это преступление совершил сын правителя. И люди на кухнях и на площадях судачили друг с другом. И одни говорили: Ну, наверное, наказания не будет. Это же сын его, как он может своего сына наказать? А другие говорили, нет, это вообще он принципиальный человек, он и сына своего не пощадит. В день, когда наказание должно было исполниться, сына правителя привязали к столбу. Но когда палач занес кнут, правитель подошел к сыну, обнял его и принял удар кнута на себя. Примерно то же самое совершил для нас Христос. Наказание предназначалось нам. Он не мог отменить это наказание. Но он, жалея нас, принимает его на себя. На кресте, на Иисуса Христа излился Божий гнев, который предназначался нам. Я помню, однажды я шел по улице довольно-таки поздно, ночью уже, и навстречу мне попался пьяный человек, который достал пистолет, ну и стал размахивать им. И вот в этот момент очень страшно, потому что, когда ты смотришь в дуло пистолета, а пистолет в руках пьяного человека, ты думаешь только об одном. Ну вот, когда раздастся вспышка и когда полетит в тебя пуля? И есть ли что-нибудь такое, что заслонит тебя от этой пули? Может быть, я не знаю, какой-нибудь проездной билет, может быть, пуговицы. Ну, бывает такое, да, люди спасались. Буговица спасала, портсигар, там еще что-то. Все кончилось благополучно в этой истории. Но я подумал о том, что Христос как раз стал вот таким щитом, заслонившим нас от Божьего гнева, предназначавшегося нам по праву. Мы имеем искупление кровью Его. И мы имеем прощение грехов. Он простил нам все грехи. Там же, в седьмом стихе об этом Павел говорит. Вообще эта концепция прощения грехов, уничтожения грехов, она была особенно, так сказать, дорога для людей, знакомых с иудейской системой очищения. Ведь как было в Ветхом Завете, вы знаете, величайшим праздником был Йом Кипур, день очищения. Первосвященник выбирал двух жертвенных козлов, одного закалывали, окропляли его кровью жертвенник. На голову другого первосвященник возлагал руки, как бы символически перекладывая на него грехи. И этого козла отпускали в пустыню, как бы символизируя, что грехи наши удалены от нас. Но в послании к евреям говорится о том, что кровь тельцов и козлов не могла уничтожать грехи. Вспомните, первосвященник входил в святой святых с этой жертвенной кровью. У него к ноге была привязана веревка, на всякий случай. Если Бог поразит его, никто не мог войти в святой святых. Первосвященника надо было тогда вытянуть за эту веревку. Он крапил кровью, жертвенной кровью на крышку ковчега. И вот это была концепция милости, помилования. Бог не уничтожал грехи, а удалял их. Таким образом, Бог как бы откладывал наказание за грех. Грехи не уничтожались, откладывалось наказание. Именно поэтому в следующий год первосвященник снова должен был приходить. Бог откладывал на год наказание. Снова кропилась э, крышка ковчега кровью. И снова Бог откладывал наказание за грех. Еще на год. И каждый год первосвященник должен был входить в святой святых. А грехи все копились и копились. Они не уничтожались. Была милость, было помилование. Они удалялись, они складывались. И вот когда Христос взошел на крест, совершилось то, чего никогда не было в израильской концепции очищения. Совершилось уничтожение грехов. И об этом пишет здесь апостол Павел. Он простил нам все грехи. Он их уничтожил. Причем... Свобода только в нем, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Без Иисуса Христа нет прощения грехов и нет искупления. Это как в подводной лодке. Воздух есть только в ней. Выйдешь из подводной лодки, утонешь. Поэтому спасение во Христе апостол Петр сравнивает с ковчегом. Ну, в потопе. Вне ковчега спастись нельзя там вода, там смерть. Можно было бы, конечно, бахвалиться и говорить, ну что там этот ковчег? Я и так без ковчега выживу. Не выживешь. Кто-то бы предположил, что ну есть же другие корабли. Другие корабли, видимо, либо не существовали, либо разбились. Так, кстати, разобьются все религии, когда Бог изольет гнев свой на грешников. Только во Христе есть прощение грехов. Только он взял их на себя и уничтожил. И это на самом деле очень важно. Я был э, 17-летним пацаном. Я это очень четко помню. Была перестройка уже. Я был хиппи. И э, я увлекался э, восточным движением Сахаджи-йоги. Я не знаю, знаете ли вы этот культ или нет. Основательница его женщины, Шримата Джинир Маладеви, она объявила себя инкарнацией Святого Духа и Девы Марии одновременно. То есть она вообще говорила о том, что все великие основатели великих религий – это ее сыновья. Ну, в предыдущем воплощении она была Девой Марией, матерью Магомета, матерью Будды. И она вообще вот всем матерям мать. Чтобы простить грехи, в этом культе нужно было, чтобы простились тебе грехи, нужно было медитировать перед портретом Шри Матаджи. И как узнать, простились тебе грехи или нет? Во время этой пуджи мы зажигали свечи, и нужно было водить ладонью по огню свечи. И если у тебя оставалось копоть на руке, значит, грехи твои еще с тобой. А если копоти не было, значит, грехи сгорели в этом пламени. И меня во всем этом мучил один вопрос почему я потом и ушел ко Христу из этого культа? Кто дал право Шриматаджи прощать грехи? Почему, когда мы медитируем на ее портрет, грехи сгорают в этом пламени? Что такого происходит? Я знал, что на самом деле это не работает. Почему? Ну, я, во-первых, всегда считал, что если я кому-то сделал подлость, я всегда ее исправлю. Я же могу попросить прощения. И я помню прекрасно вот этот момент. Мы были музыкантами, ну, неформалыми музыкантами. И у нас был большой джем-сейшн, посвященный 50-летию Пола Маккартни. Это был 92 год. Мы, значит, выступали. Наша группа выступала первая в этом джем-сейшне. Все перепились там, я как сейчас помню, ну, неверующие, что Шлемат же не запрещал нам пить. Значит, и мы... В общем, получилось как? Нас не отпустили фанаты. Нужно было сыграть две вещи и уйти со сцены. Мы сыграли вещей восемь. Ну, у нас были свои фанаты. Конечно, те, кто выступали за нами, очень серьезно на нас расстроились. В общем, был жуткий скандал. Мы пересорились со всеми городскими группами тогда. Прошло два месяца, и я вроде бы хотел со всеми помириться. А через два месяца барабанщик одной из групп покончил с собой. Его ну, нашли в лесу, повешенным. И вот тогда это известие ударило меня как шок. Вот я обидел человека, который умер. У кого мне теперь просить прощения. Как это работает? И я вдруг понял, что выхода-то нет никакого. От свечи, от свечи ничего не меняется. Потому что, когда ты сталкиваешься со смертью, должна быть смерть. Адекватная замена этому только смерть. А Шриматаджа, кстати, жива еще до сих пор. И вот тогда, я помню, я прочитал в какой-то газете статью православного священника о том, что Христос умер за нас. И это меня так поразило. Он взял на себя мои грехи. Вот он умер за меня. Я пришел к Нему тогда. Поэтому я призываю вас, пребывайте во Христе. Никто другой не даст вам прощения грехов, не сохранит от напасти этого мира, не уходите от Христа. Второй дар Христа, о котором здесь э, говорит нам Павел: действие Христа, которым Бог облагодетельствовал Церковь свою, Он излил на нас благодать. «По богатству благодати его, каковую он в преизбытке даровал нам». Вообще, это любимое слово Павла здесь. А, «Преизбыток». Вообще, очень много. Буквально через край льется. Бывает, чай наливаешь себе и заговоришься с кем-нибудь. И наливаешь, наливаешь. Тут уже все в чае у тебя. А, «Преизбыток». «Благодать дается в преизбытке». «Он измеряет по себе». Вот представьте себе, вы подошли бы ко мне и сказали, Паш, дай денег, пожалуйста. Ну, я... Ладно, я пошарил в кармане, достал 5 рублей и дал вам. Сказал, возьми, вот тебе денег немножко. Это не означает, что я дал вам по богатству свой, благодати своей. Если бы я достал всю зарплату свою и отдал вам... Чего я вряд ли сделаю когда-нибудь, потому что я человек жадноватый, конечно. Мне детей надо кормить, я тут же придумаю массу оправданий. Ну, то есть, всю свою зарплату я вам не отдам, скорее всего. А... а если бы я еще занял деньги на много зарплат вперед, и отдал вам просто так, вы бы вообще сказали, это сумасшествие. Вот Бог дает по богатству благодати Своей в преизбытке. Он мог бы не давать этого. То есть, ему можно было бы э, вообще не обращать на нас внимания. Но его благодать превышает все наши мыслимые проступки, все наши мыслимые и немыслимые грехи. Апостол Павел в послании к римлянам, кстати, 5.20 пишет, «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». И э, это очень важная концепция. Бог... Не отпускает нам благодать, ну какой-то такой строгой меры, он говорит так, ну вот у тебя столько грехи, грехов. Ну вот мы чуть-чуть больше дадим тебе благодать, чтобы сверху так покрыто было. Как знаете, если гречку вы варили, надо, чтобы вода чуть-чуть ее покрывала там, сантиметр, чуть выше было. Нет, Бог дает в преизбытке. Его благодать как океан. И мне часто рисуется такой образ. Вот если вы видели океанский отлив, вот берег песчаный отлив, и вот пришел ребенок с совочком на этот берег песчаный и стал рыть ямку. И вот выкопал ямку там какую-то. А рядом приехал экскаватор большой. Значит, и тоже начал ямку копать, и там копал, копал, и вырвал большой котлован. И вот начинается прилив. И в океане вообще хватит воды. И ямка это зальет, и котлован зальет. И некоторые приходят к Богу в юном возрасте, и грехов-то у них с гулькин нос, как ребенок с овочком там накопал. А кто-то пришел, как экскаватор разворотил жизнь его. А Божий океан все это покрывает. Христос изливает на нас благодать. Поэтому не унывайте, если вам кажется, что Бог не прощает ваши грехи. Он прощает все. Его благодать в преизбытке. Его благодать наполнила небеса и землю. Ее хватит, чтобы залить ваше развороченное сердце. Третье действие Христа, которым Бог облагодетельствовал церковь. Христос открыл нам тайну воли своей по благоволению своему. Заметьте, благодать открывает нам мудрость Божью. Восьмой стих, взгляните. По богатству благодати его во всякой премудрости и разумении. Бог не только дает прощение, снимает с нас грех, который нам мешает, искажает как-то нашу жизнь. Он также дает все необходимые средства для понимания его воли. Для понимания его жизни в этом мире, чтобы мы отражали Его волю, угождали Ему, Он щедро нас снабжает своими ресурсами, чтобы мы могли понимать Его Слово, знать, как повиноваться Ему. Он дает нам всякую премудрость. Под премудростью тут способ... надо понимать способность проникать умом в самую сущность вещей. Вот дети, они сущности вещей не могут еще проникнуть, у них недостаточно опыта. Вот у меня младшей дочери, э, ну, два года. Вот знаете, сейчас 10-рублевые монетки новые выпустили, они вообще маленькие. Если дать ей вот этот кружочек, 10-рублевый и 5-рублевую монету, какую она выберет? Она выберет 5-рублевую, потому что она больше. У нее еще нет опыта. Для того, чтобы э, понять, что достоинство 10-рублевой на самом деле выше. А 5-рублевая она по диаметру больше. Ей будет казаться, что это правильно. Эм, интересно, что мы очень часто судим, ну, просто по своему разумению, о духовных вещах. А на самом деле это может привести нас к краху, как в детской сказочке про поросенка, который. Э, увидел на другом берегу реки там вкусную мусорную кучу. И крота спрашивает, а можно перейти в брод? Тут вообще глубоко, река глубокая. Крот говорит, да вообще не глубокая, иди смело. Ну, тот плюхается в воду, едва не тонет, еле выкарабкался на берег. И говорит, что ты мне говоришь, что тут не глубоко? Ну, что вообще, я тут чуть-чуть не потонул. Ну, и крот там удивляется, говорит, странно, а уткам все время по грудь. <смех> <смех> мы иногда э, вот смотрим так же, мы не способны проницать суть вещей. Этой способностью наделен только Бог. Мы часто видим только то, что на поверхности. Бог говорит, я вам даю премудрость и разумение, способность правильно относиться к вещам. Известный нравственный такт. Это выражается в том, что Он открывает нам волю свою. Посмотрите, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Он открыл нам, для чего вообще существует этот мир. Он открыл нам, для чего мы живем. Он открыл нам, что будет после смерти. И э, мы как-то христиане привыкли к этому. А ведь это великая тайна для неверующих. Французский писатель Андре Маруа как-то написал: Вселенная холодна и безразлична, кто создал ее, почему мы находимся на этой маленькой кучке грязи, вращающейся в бесконечном пространстве. Я не имею об этом ни малейшего понятия, и убежден, что этого не знает ни один человек. А Бог открыл нам неудивительно, что люди этого не знают, но Христос так говорил. Он утаил это от мудрых и разумных и открыл это младенцам, нам. Поэтому Писание говорит, если у вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Мне очень нравятся эти слова апостола Иакова. Дает всем просто и без упреков. Просто. Вот ты попросил у него мудрость, он тебе даст мудрость. То есть... Некоторые думают, что ты попросишь у Бога там, мудрости, а Он тебе даст дар стихосложения вместо этого. Ну то есть Бог же Он не 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 такой, вот, знаете, бездумный там человек, что вот э, дает какие-то подарки, ну как мы часто дарим. Что нам вот подарили на новый год? Нам это не нужно, вазу какую-нибудь. Куда ее? Да давай передарим, вот, давай этим подарим. Все равно надо что-нибудь дарить. Э, Но ну, мы так часто поступаем. А Бог так никогда не поступает. Он дает просто, и Он не говорит: слушай, ну ты обнаглел вообще просишь тут? Он не упрекает, без упрека. даст им. Бог снимает с нас грех и не оставляет нас в духовном, нравственном или умственном вакууме. Мы можем узнать волю Его, написано, мы имеем ум Христов. Это означает, что мы знаем, что Христос думает по тому или иному поводу. Его мнение, кстати, он открыл своим апостолам. Вот православные очень любят говорить, вот Христос же не оставил Библию. И вот Кураев там даже советует антисектантские беседы вести так. Он говорит, спросите этих сектантов, а что оставил Христос, когда возносился на небеса? И вам сектанты скажут, Библию оставил. А он не оставил Библию, он оставил церковь. И вот церковь, на самом деле, мирила истины. Но я все время, когда мне православные так говорят, они же все Кураева читали, Дворкина. Я говорю, слушай, ну давай откроем «Деяния апостолов» и посмотрим, что Христос оставил, когда возносился. «Деяния апостолов» до того дня, второй стих первой главы, в котором он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал. Христос оставил учение свое. Он оставил повеление апостолам. Это его, это его наследие. И апостолы эти повеления со временем записали. У нас сейчас нет апостолов. Мы об этом еще поговорим об этом дальше, когда дойдем до третьей главы послания к Ефесянам. Но апостольские слова, Божья воля, Божья премудрость оставлена нам в учении апостолов. Поэтому читайте Библию, это подарок от Бога вам, не пренебрегайте исполнением воли. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Четвертый подарок, четвертое действие Христа, которым Бог облагодетельствовал Церковь, состоит вот в чем. Бог благоволит к нам со времен создания мира. Бог очень давно решил благоволить к нам. По благоволению, которое он прежде положил в нем, 9 стих. Благоволение Божье заключается, во-первых, во Христе. Он избрал Христа объектом своего благоволения и тех, кто во Христе. Павел снова возвращается к этой мысли. Сначала Христос, а потом те, кто во Христе. Можно сказать, что благоволением он весь мир, потому что Христос умер за всех. И потенциально спастись могут все. Да, не все спасаются, потому что не все входят во Христа, не все идут к Нему. Люди возлюбили больше тьму, нежели свет. Эту тайну Христос объяснял Никодиму. Почему не все спасаются, не все рождаются свыше. Но от этого Божье благоволение не становится менее ценным. Он благоволение положил во Христе, достаточное для того, чтобы спасся весь мир. И это произошло очень давно. Вот здесь написано, он прежде положил его в нем. То есть заранее. Ценность жертвы со временем, э, жертвы Христа со временем лишь возрастает. Большее число людей становится искупленными. Все ради этого. И если бы вы когда-нибудь заглянули в календарь Бога, в нас, такой настольный календарь, вы бы увидели там вот эту дату, примерно 30-е годы первого века, она обведена там, наверняка красным карандашом поставлен три восклицательных знака, в этот день. И мой сын умрет за людей. Все было сделано ради этого. Бог благоволит к нам. Бог благоволит к нам, чтобы устроилась полнота времен. Десятый стих об этом говорит. Без нашего спасения полнота времен не устроится. Бог избрал Христа, благоволил ему, чтобы построить дом, вот это вот домостроительство полноты времени, чтобы в этом доме Божьем все было хорошо управляемо когда наступит полнота времени, земное дело Христа завершится. И вот нашу земную историю Бог сравнивает со строительством дома, с управлением дома. И этот дом строится и управляется для нас на небесах. Вы знаете, в еврейском, так сказать, брачном обряде, ну это было вот так. Еврейская свадьба заключалась в три этапа. Сначала заключали Завет родители жениха и невесты. Жених и невеста вообще могли быть младенцами в этот момент, они не знали друг друга. Но, главное, два папы договорились, сказали, вот Маша и Ваня, еврейские имена, они будут принадлежать друг другу. А также и Бог договорился когда-то с Авраамом. Авраам, отец всех верующих, Бог, отец Иисуса Христа. Второй этап свадьбы ⁇ это было э, обручение или заключение завета. Когда жених с друзьями приходил в дом невесты, невеста вообще часто не знала, ну то есть не показывалась, э, как бы все делали вид, что не знают, зачем жених пришел, там говорили с ним о всякой ерунде, о погоде. Там. И только в конце встречи жених спрашивал, а как там моя невеста? Ее выводили жениху, и он дарил ей чашу. Кстати, когда Христос давал чашу ученикам на последней вечере, они же наверняка удивились. Ведь Христос нарушил, э, нарушил ход пасхальной церемонии и сказал, ⁇ Сия чаша есть новый завет ⁇ А это слова из брачной церемонии. Потому что с этими словами жених протягивал чашу своей невесте, говорил. Это чаша Новый Завет между мной и тобой. Невеста должна была эту чашу хранить, только пить из нее и ожидать жених. А жених уходил строить дом. И интересно, что э -э, только отец решал, когда дом готов и когда жених пойдет за своей невестой. И этот жених должен был в любой момент выплюнуть гвозди, значит, которыми он что-нибудь приколачивал, наскоро умыться, одеться. И тогда уже друзья бежали и кричали, вот жених идет, потому что невесте тоже надо приготовиться, невесту собрать, дело хлопотное. Бежали, она приготавливалась, и там не подруги ее, кто был готов, кто не был готов. Все это вот пронизано. Интересно, что об этом вот говорит здесь Павел. Устроилась полнота времен. Сейчас, возможно, в небесном доме заканчивается отделка, Христос, может быть, уже оглядывает этот дом довольным взором. И отец Ему говорит: Ну, сынок, пора. Иди за невестой своей. А мы все смотрим на этот мир, и нам кажется, как-то мы вообще неуютно живем. Но это глупо. Глупо смотреть на этот мир и говорить и сетовать на его неуютность. Если вы жили на съемной квартире, ну это вот всегда неуютно. Там нельзя ничего сделать по-своему не лишний раз стену просверлить, я уж не говорю о а реконструкции какой-то. И мебель еще это хозяйская, дурацкая. Я помню, я жил на съемной квартире, и вот у нас уже появилась своя. И мы должны были туда переехать. Вот там все будет хорошо. И я злорадствовал и говорил, скрипи, скрипи этому дивану дурацкому скрипучему. Недолго тебе скрипеть осталось. У меня там-то уже нормальный диван я купил. В моей квартире. Скоро переедем туда. И вообще глупо устраиваться. Вот вас перевозит грузовик в вашу квартиру. И глупо говорить, а что грузовик какой у вас обшарпанный? Почему евроремонта в грузовике нет? Да вы час будете ехать-то, может быть, в нем. Вы, ваша мебель в нем час проведет. Вы там проведете какой-то час своей жизни. А жить-то будете в своем доме. И вот здесь... Полнота времени, домостроительство Божие, его устроение совершается на небесах. Бог благоволит к нам, чтобы небесное и земное наконец соединилось. Мир земной, мир ангельский однажды соединятся. Заметьте, во Христе, 10 стих, под властью Христа, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. Кстати, толкователи очень много спорят о том, что это значит небесное и земное соединить. Ангельский мир как с нами соединиться? Мы же вообще не ангелы. Но, наверное, приемлемым толкованием здесь будет такое. Христос, наконец, положит конец вражде между духовным миром и миром людей. Дело в том, что ангелы святые и божьи они ведь на нас все время должны бы как-то гневаться за то, что мы непослушны Богу. И они перестанут гневаться на нас. Сатана перестанет строить козни, бесы нас перестанут искушать. Христос станет доступен нам всегда. Под его руководством во Христе, под властью Христа, под его главой, под его главенством, все поймут, что Земные боги это идолы, что на небесах вот, Солнце, Луна и звезды, и Козероги с водолеями. Это не те, кто определяет нашу судьбу, а там есть Бог. Ангелы это не объект для молитв. Христос глава этим реалиям. И, в общем-то, вот эти стихи учат нас тому, что земная история вообще не случайна. Не бойтесь, что кто-то случайно взорвет большой адронный коллайдер, потому что не так, говорит Писание, закончится мир. И не будет ядерного взрыва, и не будет там каких-то вот таких вещей, которые предсказывают современные пророки. И 2012 год пройдет спокойно. Я помню, сколько уж было этих предсказаний, даже на моей памяти. Я недолго живу. Ну и свидетели Иегова. А в 1993 году Мария Дэви Христос была. Я до сих пор помню, она предсказывала конец света 24 октября 1993 года. Я почему запомнил? Потому что по 25 числам у нас стипендия была. Значит, и как-то... И меня все мои... Я в музучилище учился. Все знали, что я верующий. И меня спрашивали, так что, за стипен... стипендию не дадут, что ли, теперь уже? А я им говорил, дадут, дадут. В очереди поговорим 25-го. Поговорили. Дорожите Божьими благодеяниями, братья и сестры. Христос освободил нас от греха. Пребывайте во Христе не уходите от Него. Христос излил на нас благодать. Бог простит все грехи верующих в него. Христос открыл нам тайну воли своей, по благоволению своему. Читайте Библию, не пренебрегайте исполнением его воли. Бог благоволит к нам со времен создания мира, и он держит все в своей руке, и все соединится под его главой. Земная история не случайна, вообще ничего не бойтесь. Помните о Божьих благодеяниях. Напоследок хочу вам притчу рассказать. Про то, как шли два друга пустыней. И поссорились. И один друг ударил другого, дал ему пощечину. И тогда тот написал на песке. Сегодня мой лучший друг ударил меня. И они шли дальше. И пришли к морю. И стали купаться там. И один из них чуть не утонул. И тот, который дал пощечину, спас своего друга. И тогда этот друг нашел булыжник и на камне выбил слова. Сегодня мой лучший друг спас мне жизнь. Друг спросил его, почему ты о моей пощечине написал на песке, а о спасении жизни пишешь на камне. Тот говорит, а так должно быть все плохое мы должны писать на песке, чтобы ветер это развеял, и мы это не вспоминали. А благодеянием место на камне. Бог не раздает нам пощечин, но одаривает нас благодеяниями. Мы же горе пишем на камне, и о горе помним всегда. И чуть что Богу эти камни предъявляем. Смотри, Господи, что было с нами а благодеяние пишем на песке. И нет их. Я сегодня призываю вас поступать наоборот, чтобы благодеяния Божьи были высечены на камне сердец ваших, чтобы сатана их не похитил. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.